Открытый турнир по тайскому боксу среди спортсменов Московской области прошел в спорткомплексе «Луч». В четвертый раз Сергиево-Посадский клуб «Воин» при содействии Федерации тайского бокса России проводит эти соревнования. Тайский бокс, его еще называют «муэй-тай», что в переводе означает «поединок свободных». Спортсмены-любители выступают в специальных шлемах и защитной экипировке. Я всех поздравляю. Очень хорошо, что турнир уже можно говорить смело, что традиционный, четвертый. Он собирает, можно говорить, почти половину Подмосковья, а еще и наши соседи, уважаемые Рязанская область, тоже принимают участие. Соревнования, мне кажется, сильные, потому что «Воин» — это из самых сильных групп в Московской области и вообще России, считается. В Сергиев-Посад переехали более 100 спортсменов, чтобы посоревноваться в мастерстве. На турнире о себе заявили 14 команд. Самая многочисленная команда из Сергиева-Посада. Меня тренирует Никитенко Артур. Я занимаюсь уже 5 лет. У нас команда очень сильная. Здесь очень много соперников. У меня, может быть, даже 2-3 боя. Разных. 122 человека приехало. Что-то ожидать. В нашей команде сегодня представляет около 50 человек. То есть один из самых крупнейших клубов Московской области. Настроен на соревнования, как всегда, боевой. И я думаю, что все будет хорошо. Участники покажут хорошие поединки. В состав команды Сергиева-Посада вошли также и воспитанники школы-интерната имени преподобного Сергия Радонежского из Топоркова. На базе школы-интерната для мальчиков в течение года работает клуб тайского бокса. Воспитанники уже сейчас готовы принять участие в таких масштабных соревнованиях. И не просто принять участие, а именно побеждать и бороться за победы, за первые места. Это очень важно. В Сергиевом-Посаде тайский бокс активно развивается и набирает обороты. Сейчас прям сразу провели короткое совещание и приняли решение, что в стадионе «Луч», на стадионе «Луч» тоже мы в зале найдем, выберем время и откроем детскую секцию тоже тайского бокса. То есть детишки бесплатно смогут заниматься на «Луче». Ну и по тренерскому составу тоже сейчас подумаем, как правильно сделать, чтобы этот вид спорта уже официально, активно принимал участие не только в нашем районе, но и в Московской области, чтобы были тренера, получали зарплату. От Федерации тайского бокса России двум посадским тренерам Роману Кареву и Айдару Гильфанову вручили судейский сертификат. Клуб тайского бокса «Воин» в Сергиево-Посаде – это самый большой клуб в городе, то есть самый многочисленный клуб. Вот. И, соответственно, тайский спорт в Сергиево-Посаде очень популярен. Нам не хватает площадок, мы уже представлены и на ледовой арене, уже представлены и в «Салюте», представлены в «Ходьково», то есть на самом деле не хватает места. Из-за большого количества участников организаторы соревнований сделали ограничения по возрасту. Среди участников в основном выступают начинающие спортсмены. Это дополнительный старт, дополнительный отбор, дополнительный опыт нашим спортсменам. Вот. Ну и, конечно, это развитие и популяризация тайского бокса на территории Сергиево-Посадского района. Травматизм не превышает среднестатистического. Конечно, для детей существуют определенные протекторы, да, защитное снаряжение. Отличные результаты показали спортсмены Сергиево-Посадского клуба тайского бокса «Воин». За первое место победители ждали награды и специальные призы. Полина Иноземцева, Кирилл Емельянов. Программа «События».